Так, ну что? Мы остановились, собственно, на этом самом месте. И нам сейчас топать вон к тому самому дыму. Да, это хоррор. Кто пропустил? Одна часть уже есть на ютубе, наверное, уже будет две. Когда кто-то будет эту пересматривать. Чего она думает, что там люди и дорога? Так, чекаем ребенка, все ли нормально. Да, да, Ерем, да. Покажу. А что было? Они сделали такую анимацию скатывания? Держись, детка, да, держись. Постоянно вижу этого ворона, просто постоянно. Здравствуйте, мистер Скорпион. She's from Algeria. She's nice. Ох, что они это не проработали, конечно. Вообще, вот она рассчитывает, что с доктором, да, она встретится, и он ей что-то расскажет. Но по рации, насколько раз с доктором разговаривал, доктор вообще в недоумении, почему она осталась жива. Я вижу пещеру. Доктор просто в недоумении в максимальном, почему она жива и все такое. Я не понимаю. Типа он говорит, иди, иди, мы тебе расскажем, что да как. Ёб твою мать. Да я тоже думаю, что доктор какую-то херню несет на самом деле. Спичку потратил, блин. Часы видят снова портал впереди. Это логично, да. Восклицательный знак. Поддержка хранителю СНГ Смайт Комьюнити подъехала. Давай, Евгений, продвигай его в массу. Блин, Вукадлак, спасибо за донат. Огромный донат, дядь. Спасибо огромное за косарик. Ух, страшно стало. Братанчик, спасибо большое, дядь. Дай бог тебе здоровья. Прям неожиданно, если честно. Нет, нет, выбирайся. Нас поддержали только что. Нет. Ну, в смысле неожиданно? Не, ну я понимал, что... Она опять упала. Она всю игру падает. Почему она всю игру падает? Christ. We were so close. Конечно, мы были так близко. И где мы теперь? Это что, гробница какая-то? Это Вукадлак договорился только что? Продвигай, говорит, Смайт в СНГ. Какая, говорит, амнезия? Окей, проход только один. И где мы? Ага, мы опять в этом промежуточном мире, я так понимаю, да? Какую статую? Я что-то пропустил? Где тут статуи? А, блин, это же это дичь, да? Это же эта дичь, которая за нами гонялась. Спичку потратил! Нет, аж снаружи я помню статую, но ее почему-то нет снаружи больше. Это уже похоже на что-то инопланетное как-то. Кнопки, смотри. Я не видел, чтобы у нее глаза красным горели. Что такое маленькое? Что за звук был? Так, что тут? Все раскидать. Самое главное все раскидать. Так.
Это уже не она, да? А, не она тоже снова. Две статуи. Но это ее храм, я так понимаю. Не люблю ужасы, поддерживаю, поддерживаю. Тоже не люблю ужасы. Амнезию люблю, ужасы не люблю. Так, заправка для лампы, и это хорошо. Ну как хорошо? Мы заходим в храм. Я видел Хипра, да. Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. И вот тут среди всякой инопланетной херни стоит заправочка для лампы. А кто сказал, что инопланетяне не пользуются заправками для лампы? Вот ты мне скажи. Может быть, у них такие же лампы, понимаешь? Опять ничего не видно. И опять я слышу какую-то дичь. Ну, храм... Храм красивый. Храм красивый, но мне не нравится то, что это храм вот этой вот тетки, которая нас убивать хотела. Кнопки сенсорные, а лампы масляные, ну да. Лё. Берем запасные штаны. О, я уже боюсь. Так, запоминайте все символы, чат. Мне понадобится ваша сноровка. Мне не нравятся вот эти проходики, типа они закрыты, тут прятаться. А чё такие столы огромные? Это шо? Ничего не понятно. Я понял текст. Я, Атару, делаю это запись первый зов третьего восхода под знаком Рану. Я сопоставил образцы, полученные от императрицы, из костей ее матери, Атуо Благословленной. Очевидно, что обе страдали от этого заболевания, хотя их предков оно не постигло. Витая способна восстановить кости и сухожилия, однако без постоянного взаимодействия состояние здоровья снова ухудшается. Однократная доза не приносит исцеления, а лишь позволяет немного отсрочить процесс. Тимаку велит, чтобы я экспериментировал с дозировкой, сроками и способами введения вещества. Дославится имя ее. Согласен, what the hell, это просто вообще жесть какая-то. Хозяева. Это шо? Я сразу же потрогал артефакт, который, наверное, не должен был трогать. Я снова ограничена в действиях. Один день ничего не решает, однако их череда проходит зря. Так много еще нужно сделать. Тэмаку говорит, что благодаря Витае в моем распоряжении теперь целая вечность. Но у тех, кто от меня зависит, нет столько времени. Постоянно приходится с чем-то бороться, с вторжениями, сварами, хворями, нищетой. Это мой долг. Это мой долг, чат. Возможно, стоит прекратить эти сеансы, раз болезнь удалось утихомирить. Мне следует возликовать, принять свою судьбу и жить дальше. Надежда на то, что меня смогут исцелить, смогут осуществить мои заветнейшие желания. Так призрачно. That they can find any way to grant my dearest wish. Now you are eternal. Теперь ты вечная, говорит Тэмаку. Теперь тебе не нужен наследник. Они не понимают. Дело не в политике, не в планах на будущее. Это нужно не империи. Это нужно мне. Мне одной. This is for me. Just for me. Какая-то дичь.
Я все это время на картах ходил, поэтому было так низко, держу в курсе. Невзирая на наши предостережения, Иллидар, септарх Озаренной крепости, отправил ко внешним островам гонцов под видом торговой делегации. Я рекомендую незамедлительно передислоцировать на остров три кулака из второго подразделения. Касательно запасов, поступило предложение, что постройка новой камеры сократит нашу потребность в изготовке. Я считаю, это недальновидно. Это расширение позволит нам увеличить количество фабрик, что в свою очередь поможет осуществить существенно повысить обороноспособность, а также уровень жизни по всей империи. Что за империя? Мы должны с умом воспользоваться таким ценным даром, как эти новые знания. О, великая императрица, сообщи о своем решении, я передам его совету. Да во веки веков славится имя твое. Я боюсь это читать, кстати. Блять, сколько записок-то тут. Оранжевый я не могу, да, читать. До оранжевых еще не дорос. Это интересная штука. Что это было? Я боюсь уже. Японский мать. Да и... Ну ладно, давай сейчас попробуем поставить. Це шо? Меня же не посадят в эту штуку, блин. Да не, я понял, что ее нужно соединить с чем-то. Давай, артефакт, давай, дядь, рад был тебя видеть. Текс. Часов до 9, валит. Блин. Да, какие-то кровати. Да я тоже думаю, что нужно в другую комнату занести. В целом это было несложно, так. Меня парит только одно. Я слышу, как здесь что-то, мать его. О, блять, овел! Я так напряжен. Блин, рука вспотела. Спасибо за донат. Так, у нас новая загадка, чат. Ересь, весь этот храм ересь. Благоговейте перед бессмертным императором, ибо во веки веков он надзирает за вами. Кайф. Нажмите квадратики, интересно. Я думаю, нам нужно сюда что-то поместить и вон туда. Эти штуки можно брать? Нет. Это как будто камертоны какие-то. Так. Есть кнопочка, мы ее, естественно, нажмем. Ничего не происходит. Японский бог. Спасибо за подписку на акции. Господи, кто-то еще убиваха подписался, я испугался. Так, спасибо за подписку, ребят. Так, ладно. А, вон, вижу знаки, да, вижу знаки. Артефакт вроде можно нажать. Вот здесь нажать. Сюда, видишь, здесь энергии нету.
Сюда, видимо, поместить. Давайте сначала вот с этой разберемся. Ля там шо. Так, 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 так. Ну, я вижу, куда мне надо. Спасибо за подписку, ребят. Спасибо за подписку, ребят. Дети Сергей, здорово. Так, вот сюда. Это прям инфосотка, да? Закорючка, это и вот это, да. Тут все правильно. Уф. Но это я изи разобрал. Слушайте, это я изи разобрал. Тут что-то можно переключить. Ага, сюда можно что-то поставить и что-то зарядить, по всей видимости. Не кубики ли вот эти вот? Нет, не кубики. Видимо, сюда нужна будет зарядка вот для этих штук. Пошли искать. Возлюби императора, ибо он есть избавление человечества. Повинуйся словам его, ибо ведет он тебя к светлому будущему. Внемли мудрости его, ибо хранит он тебя от зла. Пусть шепот твоих молитв напоен будет, напоен, наверное, да? Будет любовью. Ибо спасут они твою душу, почитай слуг его. Ибо от его имени говорят они. Дрожи перед его величием, ибо все мы уходим в тени его. Хорош. Вот вы любители в этой вахе всякой. Еще один проход может это выход. Ой, мать, боюсь я, что это не выход. Так, я вижу еще одну пирамидку, которая даст нам еще одну энергию. И есть какой-то артефакт. Да, типа засунь артефакт туда, поставь туда. Но это я уже прочухал. Якита делают записи восьмой зов первого схода под знаком Иду. Что это вообще за предложение? Якита, это имя, делаю это запись в восьмой зов первого схода под знаком Иду. Настройку новых экспериментальных врат пришлось отложить из-за отказа дополнительного узла. Михара, закончи работу в течение следующего восхода, как и планировалось. Расположи шар в центре, выбери соответствующие знаки сосредоточия и помести два сосуда, заполненных витае. Михара, помни уроки Темаку, овладей шаром. Именно твои выдержка и собранность позволят открыть портал и передавать через него объекты. Господи, блин. Ладно, это я понял, куда засунуть, самое главное. Ты в инопланетных штуках разобрался вообще наилегчайше. Так. Это сюда. Блять. Это, говорю. Сюда. А, подожди, какой ж... Не сюда. Это крышка для шара. Шар-то нужно взять, а не крышку. Так. Оно будто... Будто просыпается. Просыпается, да. Сейчас оно проснется. Сейчас мы вызовем какую-то дичь. Я больше чем уверен. Так, давайте сразу пирамидку возьмем. Я больше чем уверен, что там пирамидка... Тоже нужно. Блин, такие звуки от пирамидки, что обосраться можно. Но у меня есть подозрение, что нам нужно ее донести. Их не нужно соединить, да? Тихо, пирамидку потерял. Может быть, да, может и дальше понадобится. Давай пока ее кинем тут. Что-то ж она тоже вон включает. Так, давай шар попробуем. Крышка не нужна от шара. Ой, блин. Сейчас что-то будет. А ничего не будет, пока мы вот с этим не разберемся. Вот сюда что-то нужно, чат. Энергия идет прям к шару. Вот сюда нужно закрепить какие-то две штуковины. Вон они. Вон они, эти две штуковины, я же вам сказал. Так, окей. Поставь пирамиду в купол, там сверху над ним что-то есть. Думаешь? Бля, дверь закрылась. Подожди, в какой купол? Вот в этот?
Вот в этот? Ты думаешь, она даст энергию? Непонятно. А, двери закрылись из-за пирамиды, да, наверное? Почему двери закрылись? Сек-сек. Откроются двери? О, подожди. Пирамидка зацепила еще какой-то этот. Но это ничего не дало. Блин. Подожди, нужно посмотреть, что за этот. Но таких штук у меня точно нету. Кнопка на возвращение конусов, это какая кнопка? Вот это что ли? Я ничего не пропустил больше. Вроде нет. Так, вон. А, подожди, вот здесь что там? Вон, смотри, куча кубиков каких-то. Не знаю, давай попробуем. Мне кажется, что нет. Не-не. Здорово, Форик. Там что-то происходит. Очень странно. Но сдвигать эту нет смысла. Окей, может быть, нам нужно забрать шар? Нет. Тогда что-то я не... Да, что-то я не понимаю. Давай посмотрим, да, что там слева-то заработало. А, ну новая дверь открылась вот здесь. Да не-не, ведь там не было камней, которые нужны мне. Беда. Японский бог. Как вообще амнезия превратилась вот в это? В плане, я же, ну, в нормальном мире был, а теперь я хожу вообще хрен знает где. Не, я понял, что это предположение, но там нету, да. Я же посмотрел, ну, в кубике. Господи. В великих вратах появилось белое солнце. Его свет разорвал землю и воздух. Тлетворная плоть выбирается из червоточной мира и оставляет на своем пути лишь ржавчину и пепел. Камни обратились против моих собратьев и сотворили из них кошмарных призраков. Городу конец. Это моя вина. Мои приспешники забрали состав себе. Одни собирались уничтожить его с помощью Витая врат, другие испортить линии передачи Витая, чтобы положить конец страданиям. Врата действительно удалось разрушить, но это привело к катастрофе и высвободило энергию невероятной силы. На фабриках все еще раздаются крики. Мы потерпели неудачу в наихудшем смысле этого слова. Это моя обязанность оставаться на своем посту, чтобы посмотреть, как я могу закончить это.
Мой долг оставаться на своем посту, пытаясь найти способ покончить с этим. Единственный выход — применить Витай. Жизнь Великой Императрицы поддерживает океан, так что мне хватит и скудной дозы. Тому, кто найдет эту запись, это был предатель Кита, алхимик, ученик Темако. Простите нам нашу глупость. Жестко, жестко. Ну вот это вообще жестко выглядит очень. Жутко, блин. О, ёпта, она двигается. Ты двигаешься? Смотри, что есть. О, я ее могу отрубить, как в сон. Я могу что-то, что-то открыть. Оно нет. Тихо, ты шо. Ну типа да, я так и понял. Ну давай попробуем. Ага. Это императрица, дед. Я понимаю, я вижу... Я вижу две батареи, которые мне нужны. Я вижу две батареи, которые мне нужны. Так, оранжевый не считается, да? Оранжевый не считается. Но есть ли возможность не... Ну, не убивать императрицу-то? Ранние эксперименты Темако с шарами призвали некую сущность, которая посеяла хаос и оставила в ткани мира рубец своим появлением. Этот рубец принял вид живой, пульсирующей плоти. Я исследовал шар, теперь знаю, от чего возникают рубцы. Полагаю, мне удалось использовать подобный процесс в наших собственных целях. Ну, теперь понятно, удастся, да-да-да. Теперь понятно, как появилась вон та фигня, которая за мной ходила, да, я так понимаю. Ну вот они, да, вот эти зарядные штуки, но они уже такие сгнившие. Я посвятил этому множество восходов, когда мне выдалась передышка между поручениями Тамаку. Но, наконец, дело сделано. Состав совместной с пульсацией шара готов. Я могу вызвать симптомы алой плоти, а вслед за ним через сеть Витая нагретает разрушение. Возможно, это и будет ответ, который мы ищем. Ты уверен, что это императрица на стуле сидит, а не вот этот тип, который сейчас рассказывает мне сказки? Мне кажется, это он. Кто бы императрицу сюда посадил? Вот эта штука светится. Ну, я думаю, это так. Да, я думаю, это так. Так, ну что, если я заберу вот эту вот штуку, что будет? Отключится сначала центральная пирамидка. Она просто потухла. Сука, звуки жуткие, блин. Так, ладно, ну что, отрубаем ее тогда? Или его, я не знаю. Господи мать, просто умри. Просто умри, не гоняйся за мной. Пожалуйста, лучше тебе откипеть, отвечаю. Закрою. Она, конечно, ей, наверное, умеет пользоваться, но ну ее нафиг. Так, ну давай попробуем. Так. Так. Шар, наверное, нужно положить, я вот что думаю. Мы кладем шар. Мы закрываем эту штуку. И нажимаем эту. Догадался, да, мы туда можем переместить все что угодно. А что если... Нет. Это телепорт, это я уже понял, спасибо. Только как мне туда перебраться? Я же не могу залезть сюда и нажать кнопку. Телепорт мы сварганили. Может быть, мне нужно будет вот эту штуку туда отправить.
там даст, ну, туда дастся энергия. Господи, ну я вообще прям не... Это было слишком легко. Башня, дым, город там. That's the town. А где она доктора увидела? How can that be? Понятия не имею, как это возможно, но пойдем лучше туда. Something just changed. The air. Я не знаю, что это, но давай быстрее вот сюда и закроем нам нафиг дверь. Короче, туда. Я понимаю, что мне туда. Даже не обратный проход. Идея. Я не понял. Окей. Он не дает пройти туда. Да, что-то... Что-то произошло. Господи, где я? Я опять в какой-то другой вселенной или что? Да, надо было сферу попробовать достать. Ну, вряд ли она, конечно, помогла бы мне. Ребенок, ты жив? Ой, малыш. Привет. А как мне к ней дойти? Куда не идет? Часик мне подскажет, куда мне идти? Сюда. Это либо у нее повторные галёные, либо вообще предметные. Привет. What are you doing, little one? One and one. Yes. But what is one and one? Alice? Alice can't play. Alice is gone. Don't worry, Mama. I'm here. Происходит. Алис? Алис! Салим! Салим, quickly! У нее ребенок погиб или что? Thank you.
снова беременная. No. Может быть, это не другие изменения, может быть, это временные какие-то моменты. Живут от себя. Да, я не помню этого. What am I going to do? Come on. Come on. Pull yourself together. Вот где я опять оказался, я не помню. Нормально. Где мы? Я тоже не понимаю, где мы. I'm so heavy. Он, наверное, бегать не может. Не, бегать не может, смотри. Six months. More. Oh, God. Что там катается? Ничего тут не пропустил? Какие-то гробницы, блин, я не знаю. Но выглядит красиво. Какой-то я скелет пинаю. Ну да. Осталось беременной женщине разбирать завал. Это не сон. Конечно, это не сон. Мы сейчас завал разбираем, ё-моё. Еще что-нибудь поджечь. Не хочу, чтобы у нее сейчас флешбеки еще страшные были, поэтому. Вон тут больше нечего. Так, что там у нас? Всем сейчас скример, да, будет какой-нибудь? Да, флешбеки только в темноте, когда она бояться начинает. Ну, либо те, которые, ну, и так должны быть заскриптованы. Баночку вытаскиваем, там, наверное, спички, да? Здесь... По дефолту. Так. Да, больше даже уже прошел, да. О, здесь плита расколотая, кстати. Ну, погнали еще ниже, действительно. Куда еще можно в хорроре пойти, правильно? Находясь в какой-то пещере неизвестной, пойти еще ниже в пещеру. Понимаю. Типа, да, и совсем не страшно, чат.
да, это по-любому какая-то гробница. И у меня есть подозрение, что мы наткнемся в итоге на какую-нибудь мумию, блин, или еще что-нибудь такое. Я, короче, трачу все спички, но его нафиг. Потому что я слышу, как что-то рядом разговаривает, и мне уже этот страшно. Так, где я смогу прятаться или что? Я вам говорю, вот. Блин, вот. Сейчас я не испугался, если честно. Не бойся, это всего лишь я. Спасибо большое. В прошлый раз ты как-то в тайминг попал, я чуть не усикался. Тогда в лаборатории, да. It's getting stronger. А, блять, спичку. Ой, еще и потушил ее, дурак. Такое, смотри. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Christ. И что делать? Да ёб твою мать. Я тебя подожгу сейчас спичкой, блин. Очень боится, конечно, здесь. Ну, я боюсь. Блять, у меня нету спичек. А это оно есть, это витает, да? Look at that ladder. Is that the way out? Да, это выход, да, конечно. Есть одна маленькая проблема. И это маленькая проблема — отсутствие света. Вот куда? Пойдем, я попробую без света пройти. Слушай, я твою мать. Без света не так забавно. Я с какой-то дичью.
еще ниже, это, конечно, жесть. Куда? Все по законам амнезии, чат. Мы бежим просто вниз. Я не вижу. Я просто ничего не вижу. А куда бежать-то? Это плоть из разрывов, что появляется при использовании шаров. Понятно. Так, ну ладно, тут нас заруинили. В смысле, куда? Так не видно ж, куда бежать. Сам, и будто сомнамбула. Что это за слово сомнамбула? А его можно было бежать? Я же не видел, куда там, влево, вправо. Я уперся, начал пытаться хоть куда-то сдвинуться, но оно не сдвигалось. Печаль. Так, и что теперь? И теперь, по идее, должно быть заново все. Ну вот как мне бежать, если я не вижу, куда мне бежать? Она опять упала. Снимать быстрее только. Она жучит. Фу, дичь, блин, страшная. Я так понимаю, что у нас очередная головоломка сейчас будет, да? Это мы можем крутить, а что происходит? Какие-то кругляши. Так, чат, вот сейчас вся ваша сила понадобится, видимо, на эту головоломку. Посмотри, какой большой. Это, кстати, будет телепорт в натуре. Поняли, да? Мы собирали маленький до этого телепорт. А теперь тут что-то огромное. Блин, какой же крутой сеттинг у этой игры. Так. Думаешь, все в центр, чтобы... Ну, вот видишь, это странно, это не прокручивается почему-то. Это беременная очень быстро бегает, кстати. Не видишь, они по длине там разные. Ты видишь, все в центре. Не видишь, они не крутятся. Почему-то. Что-то должно быть еще из элементов управления. Это было бы слишком легко. Так, там что-то мигает, тут что-то мигает. Что застреваешь-то? It's the town again, little one. See? It's another gateway, I think. A portal, like in that laboratory, but big enough for us. Look, little one. I think this is a way out of here. I know it's crazy, but can we get it working? Как она не боится? This isn't working. Не работает.
Не работает по понятным причинам, нет энергии. Смотри, вот это крутится, в ней есть вот эта вот пирамидка. В тех двух пирамидки нету. Пойдем думать тогда, я хз. Статуя. Здрасте. Так, ладно. Не смотрим, не смотрим. А тут палатка. Палатки. Тут были люди. Какого черта? Дверь во множество миров. То есть... А, Т.А. Герберт. Бакалавр гуманитарных наук. Предисловие. На момент написания этого труда мое великое начинание близится к завершению. Я стою на пороге тех врат, что много лет ускользали от членов нашего общества. И мне, Терстену Герберту, достаточно протянуть руку, чтобы взять ключ от них. Такие красоты... А, какие красоты и райские кущи скрывают эти врата. Они наверняка приведут нас к арктическим недрам и к мегалитическим сооружениям в Бразилии. И куда угодно в пределах нашего мира. А может, еще дальше. Доказательство тому перед нами, еще со времен Адама. Я намеренно использую эту аналогию, ведь история Адама, разумеется, является иудейской версией нашего первого прибытия в этот суровый мир, куда нас вытолкнули из пресловутого Эдема. За вратами находится сад, в котором мы были сотворены, и я буду первым со времен Адама. Понятно. 39-й год, а мы в 37-м потерпели крушение на самолете. Это через 2 года мы что, в будущее попали или что? Я оказался прав и сам тому не рад. Шар обнаружился в Митриуме. И этот болван, мой помощник, разбил его. Отправил его с осколками к Бреннебергу. Вдруг еще не все потеряно. Что же мне теперь остается? Здесь есть врата, у меня есть витая, но нет шара. И я не нашел ничего похожего на то, что Бреннеберг назвал медальоном странника. Притом очевидно, что это место часть чего-то большего. Эти залы не стали последним пристанищем для их великой царицы, что бы ни гласили легенды. Это лишь спицы в колесе, что же заставляет его вращаться. Короче, смотрите, для него нужен шар, шар у нас есть, медальон странника у нас есть. Да, это то, что часы, которые она носит, но я так думаю. Что остается тогда? Витаю, он говорит, где-то здесь есть. Ну типа лол, а что еще нужно-то? Профессор, полагаю, это лишь часть более крупной конструкции. В архивах это место упоминается как врата. Но там фигурируют и другие, если я правильно понимаю текст. Один из символов читается как жатва или урожай. Возможно, он имеет отношение к символу семья. Понятно. Это можно поджечь, но нам это не нужно. Взять ничего нельзя, можно все растолкать, понял. Интересно. Халет, важнее всего сейчас полная и точная копия символов, что начертаны в зале с колоннами. Полностью посвяти себя этой задаче, она должна быть выполнена к моменту моего завтрашнего пробуждения. Удели особое внимание символу, который я отметил как семя. Полагаю, он и означает хрустальный шар, который мне нужен. Ты будешь щедро вознагражден за любую информацию о его местонахождении. А семя, бляха-муха, это может беременная бабища, да? Если я правильно все понимаю. Резонатор, настройка, распределитель потока, зал с порталом, фокусировка, пьедестал для шара и защитный экран. Господи. Ну это понятно. Это понятно, вот это не совсем понятно. Сейчас запомните картинку. Может кто-нибудь принскрин? Ты что, маленький? I can't believe this. What if I get even bigger? Сделайте принскрин, я хз. Ничего не спрятано? Нет. Oh, this
This is Richards. He was here. I don't care. Following her is insane. I won't. Richard, come back! Richard! Ну, Ричард туда пошел, это я уже понял. По всей видимости, не вернулся. They left us. Richard and Alex. I don't remember why. Хорошо, заправочка еще. Остальное дичь, да? Тут еще что-то есть? Нет. Какая-то книжка. Абдулла, обязанности Дэниела возьмет на себя Халет. Ты должен немедленно приступить к раскопкам боковых тоннелей. Римские стены при необходимости ломай, они значения не имеют. Изучи все, что древнее римской эпохи. Сообщай мне о любых отметках, подобных тем, что в помещении с клеткой. Сообщай также обо всех разных резных надписях, символах и знаках, похожих на браслет или амулет. Если найдешь круглый кристалл, сразу зови меня, не трогай его под страхом смерти. Круглый кристалл. Что за игра? Амнезия, дядь. Уже третий стрим ее проходим. Так. Ну, понятно предположить, что мы должны собрать в итоге вот эту всю штуку, чтобы она заработала, да? Шар мы уже поставили на место, но я думаю, нам дальше сюда идти. Здорово. Пройдем ли мы ее сейчас? Я не знаю, как долго до финала осталось, поэтому хз, пройдем мы или нет. Там все в кровище. Тут что-то есть, крутяшка. А, крутяшка даже. Так. Я ее подожду, потому что, скорее всего, тут мне тоже понадобится ковыряться. Здесь есть еще проход. Так, это они, видимо, рыли и пытались обойти вот эту дверь. Потому что не знали, что с ней делать. Ну, собственно, как и я. Что такое? Too many dark corners. I'll try to hold on, but this will be difficult, little one. Бляха-муха, здесь вон еще есть проход какой-то. Ух, в который не очень хочется идти. Витя, ты видел уже финал игры? Результат наблюдения. Сосуд наподобие леденской банки, похоже на те, что находятся в устройстве в помещении с порталом, но сломанный и использованный. Возраст реликвии неизвестен, изготовлен качественно, словно с использованием технологии литья и сварки современного промышленного уровня. Спиралевидный символ, изображенный на лидейской банке, также обнаружен на двери близ лагеря, ведущей вниз, в лабиринт или сеть помещений. Приборы, работающие на электрической жидкости, или средства для сбора электрической жидкости. Жестко. Оно меня преследует, оно охотится за мной уже несколько дней, но мне удалось ускользать и держаться с него подальше. Я вижу поселение на краю пустыни, я уже близко, я вижу его, но на самом деле это не я, а Абдулла. Я вижу его глазами и слышу его мысли. Наедине с собой я вижу лишь смерть, облаченную в мрачнейшую тень шара. Записок куча, миллион всего читать. Кому? Александру фон Бриннербургу. Мы оказались правы, Зерзура существует. Я забрал шар из храма в сольных шахтах, но тень идет по пятам, я в ловушке. Я совершу попытку перехода, это мой единственный выход. Запомните мое имя, расскажите всем, это Герберт открыл для нас новые неизведанные миры. Ну, короче, понятно, это прям будет портал-портал. И когда мы жмякнем, мы туда попадем. Нам не хватает... Не хватает батареи заряженной, да, которую мы вставим куда-то там, чтобы... Ну, вот сюда, видимо, да, где-то.
Нет. А где мы увидели сосуды, куда вставлять нужно? Еще раз изучим. Что-то я не вижу, куда здесь тыкать. Отсюда мы пришли, да, я так понимаю, или что это? Дверь закрыта. Эти штуки можно крутить. Их всего три, крутится только одна, окей. Отсюда мы пришли, да, я так понимаю? А, нет, это путь к палаткам. Так, путь к палаткам, все здесь обыскали. И вот тут у нас закрытая решетка. Куда нам нужно попасть, я так понимаю. Вот сюда нам нужна заряженная штука, чтобы ворота открылись. Это я уже тоже понял. Но у нас остается только один, сука, проход. Это, блядь, в землю, извините за маты. Потому что это дичь, блин, в хоррорах не ходят так низко, это ж страшно. Ну да, все, другой дороги нету. Идем к лабиринтам, которые они раскопали. И там нас встретит какая-то дичь. Я больше чем уверен. Какая-нибудь мумия. Или подожди, или я поднялся. Скажите, что я поднялся отсюда, и мне не нужно тут идти. Я отсюда пришел? Нет, я не отсюда пришел. Да что такое? Да, там светится факел, да. Но другой дороги на самом деле нету. Хотя есть вот это. А, ну вот отсюда я и пришел. Правильно же понимаю? Я совсем запутался с этими проходами. Так, давай еще раз сзади. Я пришел налево. Налево. Дверь закрыта. Прямо. Что прямо у нас? Прямо это все крутилки-вертилки. Всякие переделки. Так, пришли мы вот отсюда. Печаль, беда, но мы пришли не из вон той пещеры выкопанной, значит нам все-таки туда. Да, другого варианта просто нет. Это не откроется штука, пока мы не найдем заряженную другую штуку. Вот эту колбу синего цвета. Соответственно, да, у нас одна дорога. Одна дорога вот сюда. И опять-таки, тут тоже нет прохода как такового. Случайно спичку достал, потратил. Здесь же был факел только что, нет? Сейчас пойдут флешбеки. Факел есть вот здесь. Ладно, давайте еще спички тратить. Особо у нас нет выбора. Не пролезть. Здорово, робот.
Так. Ну и что мы видим, что мы имеем? Противный звук, да? Да, буду, конечно. Там, господи, там что-то кого-то ест. Или что это за звук? Я только сейчас понял, вон тень. А звук справа. Внизу, как будто кто-то курочку кушает. Открывай, блядь. Ребенок кто-то кушает курочку. Я так думаю, да. Может быть, имеет смысл дождаться, пока оно докушает? Блин, а как дверь-то открыть? Вот у нас и затык чат. Для амнезии, кстати, для амнезии это норма. Но я правда понятия не имею, куда идти. Какие все, конечно. Это было. Да я уже похлопал, дверь закрыта. Мне правда вообще нет идеи, что нужно сделать. Может быть, конечно, как обычно, нужно что-то куда-то столкнуть, что-то куда-то надавить. Но эти я уже все облазил полностью. Закрытая решетка. Я так понимаю, решетка откроется только после того, как я в нее засуну этот что-то налево. Так, здесь ничего нету налево. Здесь я уже тоже был, я же говорю, я вроде как все посмотрел. Да что такое? Как думаешь, кто его построил? Наверное, он та штука, которая курочку KFC кушает, я не знаю. Блин, шар что ли забрать пойти? Мы просто рили, у меня вообще даже представления, откуда еще я здесь не ходил. Но должен был пойти. Мне скоро кончится, блин, все. Весь свет и все. Что за лестница, подожди. Не, лампы нельзя брать. Специально так сделали. А что за лестница? Никакой в ней смысл был. Бесполезная лестница. Ой, блин, проход еще один.
и выход куда-то. Ну, я не знаю, что там за проход, пойдем смотреть. Oh, my heart. Было боязнь, это просто не сразу срабатывает. Так, окей. Тут что-то еще. Пылюка стоит. Уф. Так. Ага, это верхний этаж. Все, все как на карте. Здорово. Все как на карте. Это самый верхний этаж, выше этажа не будет уже. Я понимаю. Так. Возможно, правительница по имени Тин Хинан когда-то и правда существовала. В этом случае ее тело, скорее всего, находится... Позвони. Ясмин? Yes. Yes, hello. I'm here and here. I'm trapped. I'm in a tomb. You need to take care. I told you. Doctor? Oh, damn. Well, I suppose at least they can't be far. They might as well be on the moon. Unless we can get out of here. Так, давайте еще раз. Возможно, правительница по имени Тин Хинан когда-то и вправду существовала. В этом случае ее тело, скорее всего, находится в Туарекской гробнице высоко над нами. Есть и другие легенды, гораздо древнее, которые объединяются с преданиями о ней. Сказание о серой даме, бродящей по пустыне богини. Господи. История целительницы об императрице. Думаю, все это древняя память о том, что в действительности здесь происходило. Понятно, что ничего не понятно. Так, тут будет головоломка. Все, я понял, эти штуки можно будет развернуть. Так, мы сначала покопошимся здесь везде. Схема на стене, карта, мировые линии, звездная карта, отметки радиочастот. Как длина волны, нужно проверить полный путь. Мировые линии. Я уже понял, что нужно сделать в целом. Ну, хз, может быть, помощь ждала, нет? Какой-то мутный доктор. По поводу доктора согласен. Так, ладно, нам, видимо, нужно все-таки соединить линии, да? Что мы здесь видим? Так, где-то здесь есть подсказка. Что не так? We were going to French Sudan to a gold mine to make it more efficient. Alex Darling's family in Lane. I was doing some drawings. Jonathan. Oh, Jonathan. Who was the engineer? Это что крутит? Это не крутит ничего. Здесь он парняга тоже что-то крутил. Да, да. Знака, который мне бы мог помочь. Центральный. А, ну хотя подожди, я вижу. Я понимаю, что нужно сделать.
Нам нужно соединить вот эти мировые линии так, чтобы они сошлись. Вот раз. Ну, это логично, по крайней мере, стой. Вот раз, да? Блять, упал. Это нормально стоит? Вроде понятно. Так, третья не крутится. Но она и стоит правильно, да, я так понимаю. Так, две одинаковые закорючки и не одинаковые. Две одинаковые какие? Кругляши. Угу. Так. Ни одной с кругляшами не будет. Обратно крути, ёптва. Ни хрена не оно. Блин, вы видите, где сочетание вот этих вот символов у меня? Два с кругляшом и один такой... А, я вижу, я их нашел, все, я их нашел. Не-не-не, точно не пропущено, я их уже нашел. Почему в одну сторону только крутится, блин? Неудобно же. Я уже нашел. Так, теперь вот сюда. Вроде попытка была хорошая, но это они стопудово, правильно? А, нет, подожди. Да, да нет, они. Нашел-то точно. А вот что толку? Так. Эта штука, она не крутится. Значит, она стоит правильно. Что здесь за дырка? Проход, наверное, к той первой комнате, да, где шармы поместили, ну, скорее всего. Так, ладно, давай посмотрим вот это. А, подожди. Откуда пришел? А я отсюда пришел, да? Да, все. Да. Не, я думал, это другой проход, Здесь вообще нет ни одного прохода, да? Мне чисто головоломку разгадать нужно. Хотя вон там еще вон что-то, смотри. Так я думаю, то, что нужно что-то разгадать, чтобы ее разгадать. Как сказать? О, не, здесь вот чисто одна головоломка, все, я уже уверен, все, да. Здесь проходов больше никаких нету. Ну окей, а что вы думаете, что... Что не так? Все сходится. Все сходится идеально просто. Не сходится только вот тут, наверное, да? Не, на леса точно нет. Да не, я вроде так повернул. Смотри, они идеально просто.
Что не так, ребенок? Успокойся. Давай еще попробуем покрутить. Да точно, точно тебе под... Ну ты как будто экран не видишь, Стерина. Ты же видишь то же самое, что и я. Может быть здесь какая-то... Подожди, вот это может быть еще. Почему она крутится только в одну сторону? Я хочу в другую крутить. Здесь есть еще один символ, который подходит более или менее. Это вот этот вот. Возможно, вот так вот должно быть. Но выглядит просто не подходяще. Есть предположение. Сейчас. Я покручу и точно скажу. За подсказка вот здесь. Судя по механизму, с помощью этого устройства можно поворачивать колонну. Сейчас связь нарушена. Нам нужно сначала повернуть их вручную, чтобы устройство заработало. Лебедки должны быть на своих местах. Я проверю. Да, да, да. Так. Ну. Не-не-не, тут нет одинаковых подряд. Ну вот я вижу даже вот здесь уже, куда мне их нужно повернуть, смотри. Да в другую сторону, блин, ладно. Смотри, опа, цепана. Может быть, нужно в обратную просто? Нет. А где вот, вы видите две подряд такие штуки? Я вижу две подряд вот эти, но в обратном направлении. А, в натуре, что я туплю? Их же можно просто повернуть. Вот так вот, да? Это сместить сюда. Окей, шар внизу. Эта штучка сейчас светит прям в шар. Интересно. А что не так опять, ребенок? Хорошо, что я одна. Ой, не зарекайся. Лучше быть одной сейчас. Селим и я, мы никогда не говорили об этом. Его мать была Амара. So you shall be Amari. That works for a boy or a girl. Так, окей, верхнюю комнату мы победили. Легчайшим образом, кстати. Not far now, we'll soon be home. Поместили шар, мы запустили эту штуку, но она вряд ли будет работать сейчас. Да, сейчас портал не будет работать. Вы запомнили ту схему, про которую я говорил запомнить? Там есть еще комнаты, которые нам нужно решить. Так, окей, давайте подумаем вот с этими штуками. Нужно ли их как-то перемещать? Да, они как линзы используются, да?
что же за игра-то в одну сторону только? Так, нужно еще одну повернуть. Смотри, одного у нас нету. Это пустая, она померла. У нас есть вот это, и она не пустая. Как раз она подойдет для той двери, которую мы не могли открыть, которая решетка. Но там кровище. Туда не очень хочется идти. Нет, это не сюда. Туда, конечно, не очень хочется идти, но другого варианта нету. Где проход-то этот? Я видел один скриншот от Asterinex, но он, видимо, спойлерит, что будет. Да как это не гоняй, пусть бегает. Блин, куда идти? Я не помню, где эта дверь. Она была в этом же помещении, правильно? Ну так, чутка. Так, оттуда я пришел, это точно не туда. Или туда. А, да, все правильно, все правильно, да. А что не так? Так, там эта дичь, которая жует что-то, от которой нам, скорее всего, придется убегать. Вот сюда. Меня смущает только кровище, которое сюда льется. Мы пойдем смотреть, что там за комната. Are you ready, little one? Опять очередная комната, где ни черта не видно. И по закону жанра нам тут придется от чего-то убегать, я больше чем уверен. Иначе это не была бы амнезия. Лампу придется тушить. Так, это нижний этаж. Он тоже был на карте. Мы не можем добраться до устройства. Проломить металл не удалось, поскольку он из того же необычного сплава, что и лидийские банки. Пока мы не подберемся ближе, полноценный анализ невозможен. Однако моя гипотеза заключается в том, что лидийские банки служат сосудами для некой таинственной энергетической жидкости, а устройство в нижнем зале предназначено для сбора этой жидкости в банке. Откуда же она добывается, неизвестно. Но явно не просто из окружающей среды, ведь энергии требуется очень много. Я отправил вниз мальчика Рашида с кистью и краской, чтобы тот пометил все найденные ходы. Понял. Там нам и придется набрать эту жидкость в эти штуки, да? Нам их нужно две как раз для портала.
Нам их нужно две для портала. И Рашид нам должен был в этом помочь. Все банки пустые, чат. К нашему сожалению. Халид откопал еще несколько полностью заряженных лидийских банок. Совершенно очевидно, что они предназначены для питания устройства с порталом. Однако я не намерен растрачивать их на опыты, не имея еще одного шара. Теперь я уверен, жидкая энергия, которая наполнена эти банки, есть та самая витая, о котором говорил Александр. Поняли, да? Не вот та дичь красная, от которой мы бегали, это витая. А витая — это вот эта энергия в этих банках, собственно. Сначала все осмотрим хорошо, потом пойдем. Все осмотрели, пойдем. Получается, что нам вот сюда. Я Коран делаю эту запись во второй зов третьего восхода под знаком семи. Жнецы приспосабливаются к улучшенным условиям охоты. За последние 10 восходов было собрано 17 единиц, что на 4 больше, чем в прошлом году. Марайку считает, что на это могла повлиять новая конфигурация комплекса. Во избежание неопределенности я рекомендую провести цикл с участием предыдущей серии жнецов. Конец записи, вовеки славится имя ее. Жуткая дичь. Так. Тут завал. Разобрать мы его не можем, да? Согласен, Чампыч. Ересь еще та в этой игре. Так, как же нам попасть-то туда? Там вон куча просто питания, куча всего. Я думаю, что если мы просто включим эту машину, я не знаю, что это за машина, то питание пойдет, соответственно, на портал, и нам не нужно будет заряжать две баночки. Вопрос, как туда попасть, остается открытым. Так, это точно, да, не разобрать, это точно не разобрать. Неужто есть открытые эти, которые дадут мне пройти куда-то? Логично предположить, да, что нам куда-то сюда, возможно, нужно. Но только я не вижу. Очень необычный этот, я вам так скажу. Давай, Берел, пока не останется на розыгрыш. I don't know what's happening to me. The darkness. I feel like I'm losing control. Блин, я думал, я туда пролезу сейчас. Это очень плохо. Потому что больше... А, вот еще проход. Ну... Заперто с той стороны, мать. Но мы же только что там камни колупали. Господи, что там такое? Что за неизвестный? Да пройди же ты пока спичку не потопил. Ты застреваешь, блин, в каждом этом. Я понимаю, что у него живот большой, но, блин.
Alex Sterling. Oh God. Oh God, no. I'm so sorry. Его что-то съело, чат. Follow her. Save Hank. I'm going after Richard. Best of luck, Tarzi. Ну, они все туда шли, короче. Он вспоминает, и она об этом знает, кстати. Да блин, не успел поджечь. Без света вот здесь вообще ходить не вариант, от слова совсем. Це шо? I feel a bit better in here, little Emily. Just your rest. Alex, darling. Они с Ричардом любили друг друга. Господи, даже тут меньшинство использовалось. Sitting beneath the trees in the hotel garden. Я поняла, это с первого взгляда. Мада, мада. Мы одобряем, чат, мы не осуждаем. Я Каранги, делаю эту запись во второй зов второго восхода под знаком Ауранга. Мы обнаружили ошибку в переработанной схеме системы врат в охотничьих угодьях. Ранее у жнецов была свобода действия, позволяющая преследовать подопытных по меньшей мере до 100 идаров. Текущая же конфигурация снижает этот показатель до 30, поскольку подопытные просто обращаются в паническое бегство. За это время в их организме не успевает накопиться достаточно пригодной для сбора энергии. Рекомендую вернуть предыдущую конфигурацию до момента разработки новой. Конец записи, вовеки славится имя ее. Ну это неудивительно, что они через кого-то получали это все. То есть это и так логично. Нам вниз. О, блядь. Сука, здесь что-то есть. Где-то галюны ее, блин. Да, нам дают спички, нам дают лампу зарядить сразу. Интересно, к чему бы это в игре, да? Где свет решает все. Стопудово будет дичь какая-нибудь. Так, есть еще одна решетка. Блин, больше нечего поджигать. Так, так. И решетка сейчас захлопнется, да? Тихо, мать. Ну все, лабиринт, Габелла. В амнезии лабиринт означает то, что здесь будет какая-то дичь, которая будет за мной охотиться. Другого варианта нету. А где охотник? Замолчи, блин. Здесь прохода нет. О, блядь.
Ладно, я не боюсь, все, я его увидел, я не боюсь. Пусть на меня нападает. Ну так, чтобы я не обосрался, блядь. Пусть он меня убьет один раз, чтобы я знал, что это. Он меня знает. Он нас по имени назвал. Он с нами говорит, ёб твою мать. Но то, что он говорит, это один момент. А как нам? Здесь нет прохода. Здесь есть проход. Здесь уже нет. А мне стоит его бояться? Да блять! Мне снилось. Ты ёб твою мать, что она от нас хочет? Она была человеком. Но он это явно кто-то из этих. Да блять! Оно злится. Где ты, мама? Давай поговорим, просто поговорим. Что он там делает? Вы видите разгадку? Здесь нету прохода. Здесь не панели, здесь нужно что-то оттащить туда. Черт, в голову мне недомерок. У нас есть не только старта, но я дико напряжен, конечно. Я напряжен, потому что я даже не понимаю, куда мне идти. Привет, Анточ.
Сейчас я тебе очень напряжен. Я не понимаю, что происходит, не понимаю, что мне нужно делать. Почему ты не изменился? Да я понятия не имею, почему я не изменился. Отстань от меня, пожалуйста. Дерьма-то кусок. Надо расслабиться и понять, что нам нужно сделать, блин, здесь. Да нет, понятно, что пройти лабиринт, но должна же какая-то быть. Печки нету, зато есть вон труп какой-то. Понятно, что нужно пройти лабиринт. Я же должен понимать, куда мне его пройти, нет? Или я типа а-ля самый догадливый должен быть? А что тупит? Ты видишь выход где? Я вот не вижу. Или я как должен догадаться, в смысле, угадать? Нет, я его пропустил. Ну, бежать некуда. Пусть ловит, я не знаю, показать. Пусть игра мне объяснит сама. Фигню. Ну, все, все, ничего не усиливается. Вставай, давай, лабиринт, походи. Оттуда эта фигня пришла. Блин, отсюда я начал проходить. Фонарь не берется. Жопу, что это такое вообще? Удичь такая. А я не обратно иду случайно? Нет, Астеринокс, нет, я же тебе не пытался. Если бы он брался, я бы его убил. Фу, Саня, блин.
Мне как обычно, прошу прощения, что так поздно, весь день в СПБ пробегал, только сейчас появилась минутка. Так, чего? За билетик передал, Лукас поставлен, всего тебе хорошего. Спасибо, Сань, большое, спасибо за донат. Блин, почему текст наложился раньше не накладывалось? Здорово, Волк. I think you've done pretty well for me so far, eh? You're, Anastasi, right? I'm Leon DeVries. Leon DeVries. Big future. Desi. And this is Salil, my husband. My husband, the reporter. I see. Я так понимаю, раз у нас заставки прошли, то из лабиринта мы вышли, да? You're safe. А если из лабиринта мы вышли, значит уже хорошо. Ненавижу лабиринты, ненавижу вот это вот, блин, фу, бегает какая-то дичь. Но мы еще встретим вот эту штуку, которая за нами ходила, я больше чем уверен. Давай, давай, пока. Известий нет. При попытке открыть портал происходит неконтролируемый выброс энергии. Тень пробуждается и сгущается. На границах слабых участков возникает трещина, открывая путь оттуда сюда. Произошло нечто ужасное. Меня все оставили. Со временем уровень энергии должен упасть. Но сколько это займет? Что произошло по ту сторону? Почему они не отвечают? Понятно, что ничего не понятно. Мы эту фигню не должны встречать вот в таких узеньких коридорчиках. Хотя он нас узнал, блин. Может быть, в нем еще есть что-то. Это же не туда. Человеческое. Хорошо. Нажмите, чтобы раскачать предмет. И зачем его раскачивать? Come on. Пока непонятно, но тут есть тут есть спички. Одна спичка. Ага. О, это что такое? Это пол какой-то из, не знаю, киселька. Это киселька. Будем думать, что это кисель. А ребята в клетках, это, ну, тоже что-то такое. Жутко и непонятно. Зачем я спустился сюда? Не нужно было мне спускаться. Давай попробуем пролезть. Ныряй туда. Фу, блин, она еще и занырнула. Так, тут есть лестница туда и есть лестница туда. Капец просто, да я столько проходов в жизни не запомню, сколько здесь есть. Что там? Ой, фу, блин. Так, тут, видимо, все.
куда все это дело стекается. Понимаю. Слушай, меня все тянет и тянет какие-то эти лазить. Непонятные проходы. Удивительно, да, мухи летают. Почему бы они могли тут летать? Just making sure you're all right, little Amari. Ага, все, мы в этой комнате, мы в главной комнате. И тут нас ждет очередная головоломка, я так понимаю, да? Видел этот аппарат сверху. Это да, есть такое. What the hell is it? It's making my teeth ache. No, not again. No, please. The dead. Кто-то говорит. Профессор, ё-моё, нет. Чат, что нужно сделать? Смотри здесь, сколько людей-то было, ёп-макарёк. Фу, надо передохнуть, чек не Steam. Чего такое Саня опять там Да ладно. Господи, Сань, спасибо тебе большое. А чё за должок-то? Ля, чат. Ну шо, GTA... Почему ты мне только хорроры даришь, Саня? Спасибо большое. Блин, ну я же говорил, а как? Мне же надо с кем-то играть. Ой, Саня. Спасибо, спасибо огромное, Сань. Сейчас я с этим разберусь, подожди. А что за должок? Что надо сделать? Да, не отключены еле, братья.
Я понял, что нужно сделать. Блять, а ту я оставил. Крутись быстрее, ёб твою мать. А зачем я его пускаю? Мне его нужно опустить или нет? Надо убираться сюда, пока это дерьмо не пришло, нас не убило. Что он делает? Что я сделал? Ричарда зарубила, ё-моё. И что мне делать? Так видишь, она не просто тетка, которую камнем можно ушатать. Что-то в ней не так. Она, блин, это она и есть этот монстр. Ричард! Couldn't stop it. Couldn't stop me. Так. Подожди, и что сделать надо? Я оттуда пришел. Туда я не могу, там закрыто. Вообще все закрыто. Как сказать, все закрыто. Все, да не все. Я так понимаю, это устройство заработало, да? После того, как я его бахнул. Тут же жертва нужна была. It's full of life now. Теперь полон life. I should take this back upstairs. To the machine. Этот, говорит, аппарат тебе навредил, тебя камнем ударили только что. Короче, да, жертву нужно было принести, чтобы зарядить. Это логично. Но я думал то, что... Может быть, найдем уже заряженные эти. Что происходит? Давай, Сань, без
своих, мы нашли своего, и мы же его и убили. Нам оставалось немножко. Нам пришлось его убить. Я испугался, блин. Ой, иди, иди. Что это такое, блин? О, да, она ему руку едет. Мне еще по имени называют. Ну он типа свой, но типа не свой. Какой-то он странный свой, если честно. Отстань. Леон, ёб твою мать, отстань. Просто отстань. Я не знаю, почему Леон это эта тварь. What did I say about self-sacrificial bullshit? We're not going to give him the satisfaction. You hear me? Он самопожертвовался. Thank you. Леон это этот монстр, походу дело, да. Лол, а что с ним стало-то? Ну, самопожертвование, видимо, да? Прости меня, говорит. Осуждаю, валет. I know, little one. It's all right. He won't bother us. Not now. Let's get out of here. Все говорит нормально, пока. Ничего не нормально. Don't think about it. Don't think about it. He's behind us now. He doesn't matter. We just need to get this canister into the machine upstairs. Then we can leave. Что тут? Я бы не зашел в такое. А, я думал, это лифт. Ладно, если это лестница, то ничего страшного. Главное не смотреть вниз. Тут чат, в такие моменты вниз вообще лучше не смотреть. Come on. Can't be much. Сейчас что-то сверху будет, бляха, муха, сейчас что-то случится. That was not easy. Вот здесь ее сейчас хватит, мне кажется. У меня пока нормально. Мы уже должны к выходу подобраться. Открыл, алло, откройся. Я закрыл? Я закрыл. Так, обратно к той двери. Сверху пришли. Так, я запутался, куда нам идти. Очень много коридоров, лабиринтов во всего в игре. Ну, собственно, все в духе амнезии, как говорится. Нам нужно найти ту дверь, которую мы открыли с помощью вот этой вот штуки, которую мы использовали как этот, как энергию. Уа, уа, уа.
One, my dearest. Okay, the portal. Как обычно, она упала или что-то случилось, не знаю. Ля, это что такое? What? Так, ты что? Она же нам помогала всегда, вот этот свет синий. Когда мы падаем. Are you there, little one? I hope you're all right. I need to... Все нормально. I need to find another way back to the portal. I have no idea what we did to deserve all this bullshit. Ай, что это такое? Ай, блин, да что нас бьет? Можно, не надо. Да, она опять упала. Вот. Или я просто бегаю по этой штуке, и поэтому у меня больно. Свет вот отсюда. Ладно, вижу. Тут все завалил или что? Я иду обратно. Ау. Но если даже я иду обратно, я не помню вот этого света. А, нет, все, я помню, где я. Теперь дверь открыта, а была закрыта. Лё, меч и щит, дай... Ой, этот... Шлем и меч. What do you see? It's dark, Mama. It's so dark. А я не назад выхожу, кстати, в комнату? Так, сейчас расскажу. Походу, дело, я обратно, да, вышел? Я только что отсюда двигался туда, да? Или нет? Обратно не могу, значит, нет, значит, все правильно. Так. Так, лампа заряжена, окей. Давай, пусть глаза привыкают. Уже очень близко к порталу. Мы же здесь ходили, правильно? Так,
Проход-то мы там открыли. А здесь там как выйти? А. Понимаю. Тихо, не лови флешбеки. Нам нужно мимо, да, пройти? Просто не смотрим на него. Вот дверка. Я не вижу, куда нам идти, просто не вижу. Эту дверь я открывал. Ну, типа, да. Помоги мне. Ой, свет, блин. Блять, а тут-то некуда лезть. Я на него выжил, нет. Уйди, 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 уйди. Почему в другую сторону там толкнулась? Беги туда. Куда нам нужно. Я ничего не вижу. Сопротивляется, я же нажимаю все кнопки. Ой, какая напряженка. Здорово, Александр. Мы все внимательно смотрим, как ты видишь. Мне осталось вот прям вот совсем чуть-чуть. Я прям чувствую. Не стану такой, как Леон. А чё, Леон таким стал? Оуф, что с рукой? Там, блин. Я на пофиг пройду, чекайте. Я не буду бояться, я просто пройду. Я побегу. Нет, я не могу. А, почему так много? Я думал, мы на свете. Перепрыгиваем.
сзади топает. Он же не полезет в эту дырку, правильно? Куда я упал? Нет. Ты же не залезешь сюда, да? Ха. It's okay, my love, да. Кири-кири-кири. Куда она ушла? Как вы думаете, мне туда, где эта дичь, он ходит? Ничего удивительного, тут же, блядь, закрыто все. Почему их стало много? Я просто не оборачиваюсь, я просто... Действительно, да, и как? Можно просто обойти. Можно просто обойти, но ни черта не видно. Мне точно не сюда. Что это такое? Just need to be quiet. Что нужно сделать-то? Сейчас будет, ребят, розыгрыш. 5 сек, подождите. Я же говорю, тут осталось хер да нихера. Я уж сам подустал, но надо добить. Что за камертон? Что за это? Блин, есть предположение, что нужно сделать? Я знаю, что нужно сделать. Нужно раскачать. Что я сделал? Что я сделал? Эта штука отлетела, ёб твою мать. Бегом. Встань, беги. Мать, встань, беги.
Я ненавижу в играх, когда такое происходит. Нет. А дальше ты куда? Another doctor in London. No, no, I will not put her through it, not again. Я не знаю, чем смогли мы или нет, но жуткая дичь творится в этой игре, конечно. Оф, мы выбрались из квартала прям. Oh, thank God. Так, давайте быстрее, ну его нафиг, блин. Вдруг эта херня вернется. Давай запустим эту штуку. А подожди, нам же нужно было идти, да, развернуть или нет? Да-да-да. Мы же отодвигали эти штуки. No, 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 no.
И как бы это не финал. I think it broke the portal. Oh, so much for the dump. Where the hell have I taken us now? Ну и что думаете, мы будем продолжать или завтра добьем? Наверное, завтра добьем. Потому что опять что-то она сломала, опять куда-то она упала, и завтра, видимо, будет короткий финал.